Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков. Аналитики FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, добрый день! Добрый день, Игорь! Посмотрели мы на ставку по евро, которая не изменилась. Ну, еврик, в общем, чуть-чуть вырос, сейчас откатывает. Ждем драги. На ваш взгляд, какая наиболее интересная сейчас стратегия торговли на вот этом ожидании драги и после этого? Ну, я сразу скажу, что я не сторонник торговать на вот таких вот событиях по той простой причине, потому что, ну, я консерватор. Ну, можно с натяжкой меня назвать консервативно умеренным трейдером, да, который допускает риски умеренные, такие где-то вот в пределах даже консервативных, возможно. Поэтому я все-таки не стремлюсь заработать очень много в определенный момент, потому что всегда большая доходность сопряжена с повышенными рисками. Это необходимо учитывать. Естественно, я не исключаю того, что есть много трейдеров, особенно речь идет, скорее всего, о начинающих трейдерах, которые все-таки хотят заработать в моменте, получить хороший импульс и на этом импульсном ценовом движении заработать. Это, в принципе, наверное, правильно для тех трейдеров, у которых ограниченные депозиты. И вот что касается в данный момент, можно смотреть продажи. Я все-таки склоняюсь к продажам евро-доллар с целью, если будет импульс к уровню. Ну, мы более детально поговорим, я открою терминал и покажу, почему именно так я думаю. От отметки 1.1 или даже в самом лучшем раскладе это 1.1025, 1.1030. Угу. Почему все-таки я рассматриваю и склоняюсь к тому, что есть риск для снижения данной валютной пары, потому что первое, изменение монетарной политики не произошло, не ожидалось, все в принципе знали, ну как, по крайней мере большинство экспертов, да и, наверное, все, я, в принципе, не встречал информации о том, что кто-то ожидает поднятия ставки или снижения, как, в принципе, мы слышали, ну, уже, наверное, месяцев 5-7 назад информацию относительно того, что дальнейшее снижение процентной ставки нецелесообразно, так как, в принципе, ЕЦБ считает, что увеличение отрицательных ставок, так же самое, как и снижение основной процентной ставки в отрицательную зону, является неработающим механизмом на данный момент. Поэтому, в принципе, никто не ожидал этого. Единственное, были некие споры относительно того, что будет ли изменяться QE. Если бы QE изменялось в одну или в другую сторону, то, конечно же, движения могли быть. Но, в принципе, этого не произошло. Умеренно положительный результат мы получили, потому что не было отрицательного. Соответственно, это уже для Европы положительный результат, для евро это положительный. Рынок отреагировал достаточно сдержанно. Сейчас ждем еще 25 минут. И в 15.30 мы слушаем комментарии Драги. Если же настроение будет достаточно оптимистичное относительно того, что экономика, в принципе, демонстрирует неплохие результаты, с чем будет, наверное, достаточно сложно согласиться, потому что, ну, статистика хуже, чем у Штатов, заметно похуже, поэтому, в принципе, Драги все равно может это направление выбрать и быть достаточно оптимистичным. Мы достаточно часто от него такие примеры слышали. Естественно, на этом фоне, конечно, в таком случае никакие торговые действия мы предпринимать не будем, ни покупать, ни продавать, лучше всего вне рынка побыть и уже завтра по результату дня присматриваться к торговле. Но если же все-таки он будет достаточно сдержанно комментировать ситуацию, говорить о том, что у нас есть, в принципе, инструменты для достижение целевого уровня по инфляции, напомню еще раз, это вот там в пределах 2%, то в таком случае, конечно же, мы можем получить краткосрочный импульс вверх по данной валютной паре, после чего хорошенько пойдем вниз за долларом США. Еще раз напомню, что в принципе статистика из Штатов поступает в последнее время достаточно неплохая. Комментарии голосующих членов ФОМК у нас указывают на то, что есть вероятность того, что все-таки процентная ставка будет подниматься в декабре месяце. Соответственно, у доллара есть потенциал для дальнейшего роста. Что касается еще статистики, которая будет сегодня, по поводу Драги мы с вами уже пообщались. Что касается остальной статистики, ну это в принципе, естественно, Штаты. Количество первичных обращений ожидается незначительный рост. Это в целом негативно для доллара США. Но если же будут данные, как в предыдущих двух периодах, соответственно, мы получим хороший драйвер роста для доллара США. Почему? Прогнозы слабые, если все-таки окажется факт хорошие данные, то, конечно же, на этом
на этих публикациях может хорошо пойти доллар. Но если мы торгуем евро-доллар, то все-таки лучше же, конечно, в большей степени прислушиваться к комментариям Драги. По поводу числа первичных обращений мы пообщались. Ну и производственный индекс ФРС в Филадельфии. Прогноз также умеренно негативный. Был в предыдущий показатель очень хороший, неожиданный рост, был достаточно мощный рост. Соответственно, в этом месяце мы ожидаем небольшую коррекцию, небольшое снижение темпов роста этого показателя. Если же фактически данные выйдут и по производственному индексу ФРС Филадельфии, и по количеству первичных обращений хорошие, то доллар все-таки может хорошо и достаточно неплохо пойти вверх. Сейчас мы... Понятно. Давайте посмотрим, как это будет. Да, давайте посмотрим на графике, конечно, интересно. Традиционно начинаем с индекса доллара США. Мы видим с вами, что восьмой торговый день доллар находится в достаточно узком боковике, но если мы говорим в среднесрочном периоде, да, боковик это составляет порядка 60 пунктов всего-навсего, ну, по индексу с тремя нулями после точки это 600 пунктов, но я больше привык округлять. 60 пунктов по индексу это порядка 0,65% от стоимости актива. В принципе, это не такой уж широкий боковичок. На что важно обратить внимание, если с точки зрения технического анализа. Естественно, если мы изучаем график, то речь идет о техническом анализе. Минимумы идут каждый следующий минимум все выше, выше и выше. Соответственно, есть риск пробоя уровня сопротивления. Это 98.20, 98.10 и дальнейший рост. Дальнейший рост у нас достаточно хороший может быть. Но первая остановка это 98.50, 98.55. То есть еще как минимум у нас от текущих значений, еще раз на часовку вернемся, от текущих значений 97.8, 97.85 потенциал у нас... практически там 0,8-0,7%. О чем это говорит? Это говорит о том, что евро-доллар сейчас протестировали. Давайте сделаю крупнее, для того, чтобы хорошо всем видно было. Протестировали предыдущий максимум, отметку 1,0980. Что, ну, на что бы я все-таки ваше внимание обратил? Закрылись ниже этого уровня. Соответственно, это уже говорило нам о том, что данный пробой был ложным. Таким образом, в принципе, многие трейдеры, я знаю, что начинают открывать короткие позиции, сделки на продажу. Почему этого делать ни в коем случае нельзя? Потому что очень важное событие произойдет через 20 минут. Но сейчас-то это, конечно, очень хорошо говорить, когда мы видим дальнейший рост котировок. Но если бы даже этого не произошло, если бы рынок консолидировался под этим уровнем, отметка, еще раз напомню, 1,0980-1,0975. В таком бы случае, конечно же, данная валютная пара могла бы очень-очень хорошо пойти вниз, и можно было бы принять решение открывать позицию на продажу. Еще раз говорю, этого делать не стоит. Следующее. Почему я говорил, что можно присматриваться к продажам от отметки 1,10? Ну, 1,10-2,0. Потому что это следующий уровень сопротивления, это важный, достаточно важный уровень сопротивления, если вот так вот мы с вами посмотрим. И уже более вероятность, с моей точки зрения, если будет пробой вот к этим максимумам, это 1,10.25, 1,10.30, то, о чем я говорил. От этих уровней можно смотреть продажи. В каком случае будем смотреть покупки? Покупки можно будет смотреть только в том случае, ну, скорее всего, даже нет. Пока давайте лучше о покупках говорить не будем. Это... достаточно долгосрочная история, если мы выйдем очень высоко, как минимум выше 1.10.50, выше вот этих вот максимум. До этого момента, если мы даже перейдем на 4 часа, мы с вами видим хороший импульс вниз, коррекция может быть достаточно глубокой, не исключая коррекцию к 1.10.50, но все-таки в среднесрочном периоде рассчитывая на дальнейшее снижение. По какому инструменту в рынке я на сегодняшний день, те, кто сидят за моей страницей в Фейсбуке, видели, я открывал короткую позицию от 1.23.08, вы видите, это уровень сопротивления 1.23.10, вот, сформирован еще достаточно давно, мы дважды его протестировали, на втором тесте я открывал короткую позицию.
Сейчас я унес стоп-лосс в безубыток и ожидаю дальнейшего снижения. Вот поставил стрелочку на продажу от 1.2260. Почему от этих уровней завтра можно будет продавать, если цена сюда вернется? Для нас важно получить фиксацию котировок под этим уровнем. Еще раз обращаю ваше внимание. Это очень сильный уровень поддержки, очень сильный. Соответственно, если мы с вами получим вот такую ситуацию, то завтра можно будет продавать. Первая цель – вот этот минимум, вторая цель – вот этот минимум, и третья цель, ну, естественно, 1.2150. Это что касается данной валютной пары. Более-менее неплохой торговый сигнал сейчас вырисовывается по валютной паре австралиец с долларом США. Мне сегодня прислал один из моих учеников как сигнал на покупку. Действительно, очень хороший восходящий импульс. Действительно, просматривался сигнал на покупку, но почему я все-таки склоняюсь к тому, что покупать от уровня 0.7655, 0.7660 не стоит. Несмотря на то, что это действительно очень сильный уровень поддержки. У нас было мощное снижение вниз, очень мощные движения вниз. Соответственно, на рынке с очень высокой степенью вероятности происходит изменение настроений. Поэтому в данный момент лучше воздержаться от каких-либо торговых действий, то есть не покупать, не продавать. Если будет пробой ниже 0.7655 и закроем день ниже, ну желательно ниже минимума текущего дня, 0.7652. Если дневка закроется ниже этих уровней, завтра можно будет смотреть на продажу. Вот я поставил отметки. Конечно же, в идеале закрыться ниже 0.7645, и в таком случае можно уже будет смотреть на продажу более среднесрочно. Цель следующая, вот отмечена область консолидации, ожидаю движения вниз к этому уровню. И приблизительно аналогичный сигнал мне сегодня прислали мои ученики по поводу, вот, смотрите, сейчас еще. Восходящий импульс, пробились вниз и топчемся под уровнем. Очень сильный уровень. Смотрите, сколько часов. Первая свеча, вторая, третья, три часовых свечи топчемся под сильным уровнем. Казалось бы, сигнал на продажу. Нет, ни в коем случае сигнал это не на продажу. По той простой причине, что у нас каждый следующий максимум, и каждый следующий минимум и каждый следующий максимум все выше, выше и выше. Да, вы можете отметить, и это будет абсолютно правильно, что здесь идет каждый следующий максимум, он хоть и выше, но высота все ниже и ниже, то есть угасание восходящего импульса налицо. Абсолютно с этим согласен. Но качественно торговый сигнал на данный момент – это новозеландский доллар с долларом США. Нет, и что мы с вами видим? Мы с вами видим пробой этого уровня. В таком случае, когда можно будет принимать решение на продажу? В принципе, я этого сценария не исключаю. Если мы закрываемся ниже 72.20 сегодняшнюю дневку, после чего тестируем этот уровень с обратной стороны и идем вниз. Вот такой сценарий я еще могу рассмотреть. Но, в принципе, говорить о том, что сейчас продавать абсолютно рано. Не исключая дальнейшего роста, тем более импульс налицо исключительно восходящий. Сейчас данный актив смотреть в продажу, с моей точки зрения, нецелесообразно. Несмотря на то, что мы по валютной паре австралийский доллар, доллар США получили более хороший сигнал, который указывает на смену настроений, но для того, чтобы подтвердить относительно готовности продавцов идти вниз, нам необходимо увидеть фиксацию ниже 0.7660, 0.7655. Это что касается основных инструментов. Золото, нефть на сегодняшний день не торгую, золото пробивается вверх, но все-таки риски пойти вниз достаточно высокие. Эти активы не торгую, поэтому давать каких-то торговых рекомендаций по ним я не берусь. Не вижу никакого смысла. Вот такая ситуация, это если вкратце по основным инструментам. Сейчас достаточно сдержанно торгую, нет явных однонаправленных ценовых движений. Не исключаю, все-таки единственное, что сейчас смотрю, это более-менее неплохо присматриваться, это валютная пара фунт-доллар, которая все-таки, с моей точки зрения, может пойти еще вниз до момента выхода выше 1.2300. Если мы выходим выше 1.2300, любые попытки продавать, я считаю, нецелесообразны. Я понял вас. Ясненько, хорошо. Спасибо большое, Роман. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы.
Роман, у меня главный вопрос. Как вот прямо сейчас вы будете вести себя перед выступлением Драги? Уже через 13 минут он выступает. Вообще ничего не делать или, так сказать, закроете все, что есть, или, может, наоборот, войдете в какую-то позицию? Ну, я держу открытую позицию по фунту, она у меня уже в безубытке. По всем остальным я сейчас вне рынка, евро тем более вне рынка. Вы же понимаете, что рынок может проигнорировать вовсе это событие. Там движение в пределах 30-40 пунктов, мы таких примеров знаем очень-очень много. Но в то же время мы с вами помним несколько примеров, когда были ценовые движения в пределах 300 пунктов. Поэтому не хотелось бы подвергать свой торговый счет достаточно большим рискам. Торговать со стопами нецелесообразно. Почему? Потому что стоп даже до одной фигуры может взять абсолютно спокойно. Рисковать стоп-лоссом в 100 пунктов нет никакого смысла, потому что потенциал, ожидать на потенциал движения в 300 пунктов также не вижу. Может, есть у кого-то торговая стратегия, которую кто-то торгует на новостях. Есть, мы знаем таких кучу примеров. Но, как показывает статистика, к сожалению, именно торговля на новостях, постараться угадать, в каком направлении пойдет актив, я считаю, что это не очень, наверное, правильно. Понятно. Понял вас, Роман. Спасибо. Олег Бочич, Роман высказывался на эту тему по поводу поднятия ставки, поэтому та статистика, те цифры, которые вы привели, мы, в принципе, их обсуждали уже. Ясненько. Спасибо огромное, Роман. Двигаемся дальше. С напряженным вниманием ждем Марио Драги. Вам хорошего дня, хорошего настроения. И вам также. Спасибо большое. Удачи всем. Спасибо. До свидания.